Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня я покажу, как сделать вот такое вот интересное оформление торта к предстоящему празднику Хэллоуин. Итак, нам сегодня понадобится фольга, тонкая вафельная бумага, хорошее настроение. Итак, приступаем! Итак, что нам понадобится? В первую очередь берем фольгу и сворачиваем основание для наших очень страшных и ужасных привидений, но безумно милых и симпатичных. Итак, слепили, сделали вот такую вот заготовочку из фольги. На этих заготовках мы будем с вами сушить наши привидения ужасные и симпатичные. Итак, берем вафельную бумагу тонкую и зрительно примерно намечаем, как нам нужно ее разрезать. Итак, берем для того, чтобы наш плащ будущего привидения именно свисал с нашей заготовки, поэтому размер берем чуть больше и хаотично обрезаем край. Можете сделать ровно, кругло, тут уже все зависит от вашей фантазии. Я вижу так, поэтому делаю именно так. Теперь, значит, в стакане у меня водка с водой, разведенная в процентном соотношении 1:1. Берем, значит, широкой кистью и наносим на вафельную бумагу водку с водой. Обильно-обильно прям смачиваем. Смотрите внимательно, чтобы ворс от кисточки у вас не оставался на вашей вафельной бумаге. И вот так вот накладываем на заготовочку. Теперь на ребро, где сворачивается у нас бумага, мы наносим обильно прям воду и укладываем аккуратненько ее по нашей заготовке. Единственное, вас предупреждаю, что если вы будете вплотную ее укладывать, то на будущее учтите, что ваша бумага подсохнет, тогда вам нужно будет извлечь внутреннюю заготовку не до того момента, пока не высохнет полностью ваша вафельная бумага. Но я вот так вот накладываю, укладываю и отправляю сушиться до полного высыхания наших привидений. Итак, я поступаю со всеми, значит, заготовочками. Я буду делать 4 штучки, ну вот еще на одном покажу, как быстренько смачиваю обильно с двух сторон вафельную бумагу, накладываю на заготовку из фольги. Можете за место фольги воспользоваться, может что-то у вас есть там, какая-то ручка от скалки или еще что-то, но тут уже все зависит от вашей фантазии. И формируете уже будущее привидение при помощи, можно при помощи рук, можно при помощи кистей, как вам удобно. Значит, делайте, если нужно какую-то сделать складочку, то на этом моменте и на этом этапе это можно сформировать запросто. Высыхает очень быстро, вот прошло буквально там 5-10 минут, и наши призраки уже готовы. Вот сейчас я пытаюсь достать фольгу, потому что внутри наши привидения будут, соответственно, полые, то есть пустые. Вот такие вот замечательные, симпатичные они у нас с вами получаются. Осталось нарисовать только глазки. Итак, значит, отставляем их в сторону. Теперь делаем следующее. Будем сейчас делать с вами такое дерево, которое будет устанавливаться у нас на торт. Я буду использовать флористическую проволоку. Ее используют для изготовления цветов, но желательно брать размер проволоки от 18, 18, 20, тогда вам будет удобно работать. У меня, к сожалению, не было толщины такой проволоки, поэтому я взял размер 26 и начинаю сворачивать по нескольку штук, чтобы мне сделать наше дерево упругим, чтобы оно выдержало наших призраков. Вот, и я поэтому сматываю по нескольку штучек сразу и уже регулирую толщину нашего будущего дерева, ну, веточки нашей, так сказать. Итак, хаотично накручиваете и, значит, формируете уже от своей фантазии, как вы видите будущее дерево, так и скручиваете проволоку. Если нужно нарастить проволоку в длину, либо в сторону куда-то, тогда начинаете, прям берете новую проволоку, накладываете на эту, там от середины, грубо говоря, если длину будете накручивать, и также начинаете скручивать их
и удлиняйте. Вот такая вот веточка у нас получается. Ну, я, может, сейчас еще что-то докручу. В общем, смотрите. Теперь нам нужно нашу проволоку спрятать. Спрятать мы ее можем прятать при помощи тейп-ленты, либо взять, воспользоваться этой же сахарной бумагой. Есть два способа. Один грязный, так сказать, вот который я вам сейчас показываю, и чистый способ. Я вам покажу и тот, и другой. Решать будете сами, каким способом будете работать. Значит, грязный способ. Вы окрашиваете бумагу сразу же разведенным красителем, водкой с водой, и потом уже накручиваете на проволоку. Это будет такой, почему грязный способ, потому что руки ваши будут потом сиять всеми цветами радуги. И очень хороший краситель Top Decor, на пальчиках он держится вообще прекрасно. Поэтому лучше не заморачиваться, конечно, но мне стоит показать было и тот метод, поэтому лучше, конечно, возьмите, нарежьте вафельную бумагу, смачивайте полоски обильно водой с водкой и накручивайте уже на наше будущее деревце. А потом, после того, как ваше деревце высохнет, вы при помощи кисти спокойно можете это все дело окрасить. И тогда ваши ручки будут чистые, и вы не угваздаетесь в красителе. Так, ну вот, значит, смотрите, что происходит. Видите, мои пальчики уже сияют всеми цветами радуги, значит. Вот. Значит, мы не будем заморачиваться. Я сейчас возьму белую вафельную бумагу и закручу все наше дерево. Значит, по итогу накрутили бумагу. Она у нас высохла буквально за 10 минут. И мы приступаем к окрашиванию нашей будущей веточки, так сказать. Итак, берете краситель на кисть. Кисть я взял натуральную. Она хорошо очень берет в себя влагу. И спокойно наносите краситель с двух сторон. Окрашиваете ветку. Вот такая вот веточка у нас с вами получилась. Мрачная, темная, как раз в тему Хэллоуина. И вот такое вот симпатичное привидение. Глазки рисуем при помощи зубочистки. Берете краситель и просто хаотично рисуйте. Можете рисовать улыбку, можете ничего не рисовать. Я, значит, у меня вот такие вот Каспер такой получился привидение. И вот таким вот способом можно прекрасно оформить тематический торт на Хэллоуин. Не правда ли? Очень просто, но безумно эффектно смотрится. Значит, поверху торта у меня бисквитный мох. Рецепт, как его приготовить, у меня есть на канале. Ссылку я вам оставлю внизу в описании. На все ингредиенты и на скидку в магазин Тортомастер я также оставлю промокод в описании под этим видео. Ну а мне, как всегда, было безумно приятно быть сегодня в компании вместе с вами. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Сразу же отвечу на вопрос, на чем висят привидения поряд красиво. Берете самую тонкую леску, самую тонкую, которая есть в магазине, и прекрасно подвешиваете своих призраков над тортом. Друзья, всего вам самого наилучшего и до скорых встреч на моем канале. Всем пока-пока!